Сонечка ухаживает за смешариком. Один поломанный за другим поломанным. Смешарик – это зайчонок из Волгоградской области. Его принесла кошка, она же сломала ему заднюю лапу. Но люди все немножко усугубили тем, что стали выкармливать зайчонка, да, козьим молоком, но они его кипятили и добавляли туда желток, витамины, глюкозу и масло. Дать у зайчонка отекший живот, то есть воспален кишечник, и как бы обострился кокцидиоз, есть рахит, чем явные признаки, у него даже ушки все перекорежило, сам он мелкий. Ух ты, ты можешь поломанной лапкой чесаться, оказывается. Красота. А впереди коричневая, это Туня. Туню скосил триммер. Оба они выпускные.